Ну, теперь главной теме последних дней хода уборочной кампании. Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне поздравил упоровских аграриев. Механизаторы «Нива-Агро» первыми из крупных предприятий завершили работу в полях. Татьяна Воротилова видела, как местные комбайны вышли на финишный гектар. Последняя полоса арапса, и механизаторы Упоровского района на глазах высоких гостей первыми в области завершают сезон. Урожайность 32 центнера с гектара. Почти столько же, как в прошлом году. Символ дружбы. Отведать хлеб-соль вместе с губернатором здесь уже традиция. Четвертый год упоровцы в лидерах. Лучшим работникам за заслуги вручают благодарности. По весне, когда у нас в непростых погодных условиях шли посевные работы, все переживали, но... Люди, которые с опытом, мне, молодому, руководителю говорили, не переживай, плохой май, хороший урожай. Собственно говоря, так оно и получилось. Агрофирма «Кримес», ПК «Мурлинский» и вот за «Нива-Агро». Эти три кита, будем говорить, которые работают здесь, они на сегодня уже закончили все три хозяйства молодозерновых, но немножко рапс у Геннадия Александровича в «Криме» еще есть побольше. Главное ведь, наверное, в том, что здесь люди, которые заточены на победу, вот о чем я говорил, на самом деле все они три местные, все они, вот мы ехали сейчас в автомобиле, говорили, что они все деревенские, у них элемент есть патриотизма, и поэтому они все заряжены на победу, все заряжены на новаторство, на результат. Только за последние три года объемы производства на упоровских полях выросли на 20%, в том числе благодаря новой технике. Каждый год мы обновляем от 5 до 10%. В этом году 2 получилось купить новых комбайнов. Но модернизация здесь не гарантирует легкий труд. В поле любая машина может подвести. Железо без этого не бывает. Где-то что-то изломается, где-то что-то сделаем, молотим дальше. Больше половины посевных площадей в Тюменской области на сегодня убраны. Воловой сбор зерновых – 855 тысяч тонн. И средняя урожайность – почти 23 центнера с гектара. Проблема единственная финансовая. Вот, как у всех сегодня работающих в сельском хозяйстве, потому что нет достойной цены на нашу продукцию. Позапрошлый год можно было пшеницу третьего класса реализовать за 12 рублей, сегодня она 8,5 третьего класса. Фуражная пшеница сегодня порядка 7,5 рублей. Сейчас убранные поля Упоровского района готовят к будущему урожаю. Каждому комбайнеру предстоит спахать до 1000 гектаров земли. Идет работа с посевным материалом. Здесь в селе работа никогда не заканчивается. Зимой будут приводить в порядок технический парк. Татьяна Воротилова, Евгений Проскуряков. Тюменское время.